Машинки. Сериал для мальчиков. Какой у тебя классный галстук! Это галстук-бабочка. Его надевают в особо торжественных случаях. А машина для особенно торжественных случаев называется лимузин. Ой, они такие разные! Одни все в белом, а другие все в черном. Так бывает, Коля. Это гости и родственники со стороны жениха и со стороны невесты. Лимузин – это такой очень-очень длинный автомобиль. Салон в лимузине как гостиничный номер люкс. Главная задача – обеспечить комфорт пассажиров. Поэтому лимузины оснащены по последнему слову техники. А еще есть специальная перегородка между водителем и салоном. Если она закрыта, водитель не слышит и не видит того, что происходит за его спиной. Этот котенок для них как ребенок. Ты посмотри, как они его тискают. Да, похоже, этому бездомному котенку сегодня повезло. Держи лимузин, поехали дальше. Лимузин пригодился. Тут можно найти все, что хочешь. Да. Немногим котятам довелось покататься в лимузине. Куда это они приехали? Похоже, жених приготовил невесте какой-то сюрприз. Не просто на концерт, Коля, а на свой концерт.
Какой у тебя классный галстук! Ну, сегодня же торжественный случай! Конечно! Ведь мы приглашены на годовщину свадьбы моих родителей! Пойдем быстрее, чтобы не опоздать! Не пропустить ни одной новой серии легко! Подписывайся на наш канал, показывай мультфильмы друзьям и пиши, что понравилось в серии.